Добрый день, дорогой друг. Если ты смотришь это видео, значит, скорее всего, ты уже зарегистрировался на платформе WinWin People Capital, и я тебя с этим поздравляю. И сегодня мне хотелось бы рассказать о возможностях, которые открывает для тебя эта платформа. Ну, прежде всего, представлюсь. Меня зовут Савич Сергей. Я заключил контракт с платформой совсем-совсем недавно, буквально 2 недели назад я начал работать активно. И что меня здесь привлекло? В первую очередь меня привлекло то, что я занимаюсь построением клиентских сетей уже много лет. Максимальный результат в одной из компаний. Я построил клиентскую сеть более 180 тысяч человек в 25 странах мира. Там было выращено 7 долларовых миллионеров, очень много людей зарабатывали чеки по 10, 20, 30, 50 тысяч евро ежемесячно. Вот. Но, к сожалению, компания ушла с рынка, и пришлось опять начинать строить бизнес, открывал свою сетевую компанию. Есть 10-летний опыт работы в банковской сфере. В общем, опыта много, но вот как только я пришел в бизнес, у меня была мечта. И у меня была цель. Почему мы продвигаем какой-то один продукт? Почему мы вынуждены продвигать один продукт и доказывать людям, что вот он лучше, чем остальные? Не проще ли дать возможность зарабатывать на том, что люди потребляют не то, что мы им предлагаем, а то, что им нравится? А ты получаешь возможность иметь процент со всего дохода. Собственно, на этом зарабатывают супермаркеты, на этом зарабатывают торговые сети. Вот. И вот теперь у вас, мой друг, если вы уже зарегистрировались на платформе, появилась исключительная возможность зарабатывать на любых своих покупках. Да-да, я не оговорился, именно своих покупках. Как сказал кто-то из великих людей, не важно, сколько ты зарабатываешь, важно, сколько у тебя остается. Именно это делает нас либо богатым, либо бедным. И вторая возможность, которую дает платформа, это зарабатывать на чужих покупках. То есть на покупках любых людей, имея процент с огромного товарооборота, который так уже делается. Кэшбэк-платформы на сегодняшний день в мире набирают бешеную популярность и делают триллионы долларов товарооборота. И весь вопрос, хотите ли вы в тренде, хотите ли вы этим пользоваться и сделать так, чтобы эти обороты приносили вам доход. И сегодня я расскажу, какие возможности открывает для вас платформа WWP Capital. Ну, первое. Вы зарегистрировались абсолютно бесплатно, и, соответственно, любой абсолютно человек может бесплатно зарегистрироваться на платформе и уже начинать получать кэшбэк в огромном количестве магазинов. Что такое кэшбэк? Это возврат денег, которые мы тратим. Вот посмотрите сейчас на экран, да, то есть вы видите магазины разные. Здесь продаются и продукты питания, и техника, и одежда, и косметика, и спортивные товары, и все что угодно. То есть магазинов на платформе у нас на сегодняшний день более 650. И посмотрите, красненьким показываются те кэшбэки, которые получает каждый человек, делая покупки в этом магазине. Ну давайте пример простой возьмем с продуктами питания. То есть вот мы с вами видим, есть магазин Ашан. А обычно многие люди каждый выходной отправляются всей семьей на закупку продуктов питания. Да, и у большинства семей в нашей стране, да и не только в нашей стране, а во всем мире, продукты питания составляют львиную долю семейного бюджета. Соответственно, люди тратят время. Потом с этими сумками едут домой. Благодаря нашей платформе вы можете, не выходя никуда из дома, заказать те же самые продукты по той же самой цене. Вам их привезут домой, часто бесплатно. И вы еще с этого получите кэшбэк. Вы сэкономили время, вы сэкономили деньги. Это очень выгодно. Когда же вы про эту возможность рассказали другим людям, и они поехали, вернее, не поехали, они, выходя из дома, начали заказывать разные продукты, товары и услуги, вы с этого оборота получаете процент. Они свой кэшбэк, а вы процент. Смотрите, и они выиграли, и вы выиграли. Вот это называется win-win. Выиграл-выиграл.
Именно так называется наша платформа, которой мы пользуемся. Но мы сейчас с вами подробно рассмотрим, как это работает. Первое, мы посмотрели, какие скидки есть, какие магазины есть. Магазинов более 600, 50. И, по сути дела, вы найдете здесь абсолютно любые товары и услуги, в том числе билеты на самолеты, турпутевки, бронирование гостиниц, как я уже сказал, услуги. Ну вот все, что в голову придет, здесь, в принципе, все есть. И, как я уже сказал, если вы зарегистрированы, вы можете всем этим пользоваться. Ну вот здесь есть несколько примеров. Допустим, часто у нас магазины еще проводят всевозможные скидки до 90%. То есть, и когда вы получаете скидку, участвуете в какой-то промо-акции, вы скидку получаете, все равно кэшбэк. Если вы используете уже какие-то карточки банков, которые дают кэшбэк, вы еще кэшбэк и от банка получите. Все это сложится, и, соответственно, вы получите доход все вместе. Вот здесь есть несколько примеров. Но вот самый интересный, наверное, пример — покупка смартфона. Посмотрите, 7000 рублей с лишним человек сэкономил, покупая смартфон через нашу платформу. Итак, у нас есть на самом деле два клиентских входа. То есть первый клиентский вход абсолютно бесплатный, он статус Silver дает, вот слева в левой части экрана вы его видите. То есть, и его получил уже любой человек, который зарегистрировался на платформе. Но любой человек может приобрести для себя статус Gold, это карточка такая Gold, то есть в своем кабинете в разделе магазин он может купить эту карточку. Что она ему дает? Во-первых, у него сразу в два раза увеличится кэшбэк. И с первой же покупки, как вот, например, мы на примере смартфона видели, да, то есть эта карточка уже отбилась, ну и дальше пошла чистая прибыль на всю жизнь, потому что карточка покупается один раз и на всю жизнь. И эта же карточка дает второе преимущество. Теперь вы можете рассказывать своим друзьям, да и не только друзьям, про нашу кэшбэк-платформу. Они приходят, получают свои кэшбэки, вы получаете процент с их покупок. И вот здесь я часто привожу пример. Представьте, вот подойдите в выходные к любому большому продуктовому супермаркету и посмотрите, сколько там машин подъезжает и уезжает. А теперь представьте, что с каждой этой машины вы получаете по доллару. Неплохо бы было. Что для этого нужно? Дать этим людям информацию, что не нужно ездить, не нужно тратить бензин, не нужно тратить время. Вам все привезут. Еще и кэшбэк дадут по тем же ценам. А часто в интернет-магазинах цены ниже, чем на прилавках. Поэтому это выгодное предложение. Так вот, запомните, есть простое, есть карточка Gold, 34 евро. То есть она уже дает вам вот такие преимущества. Но мы сегодня с вами будем говорить больше о бизнесе. Вот это были клиентские варианты. Соответственно, умение управлять деньгами — это, наверное, главное, что делает людей богатыми. И наша задача была не только создать кэшбэк-платформу. Это очень выгодно, это очень большую прибыль приносит людям, которые ею пользуются. А наша задача — создать экосистему, где любой человек может получать разные выгоды и разные источники дохода. И вот посмотрите, следующее, что мы будем запускать, это линейные бизнесы. Соответственно, сейчас, когда мы запустили платформу, и она работает, она разрабатывалась 4 года и запущена в мае 2017, соответственно, платформа работает, но мы при этом кормим банки, мы даем зарабатывать платежным системам и так далее. Поэтому следующим шагом, который мы будем делать, мы откроем свой банк, причем по новым технологиям на платформе блокчейн 3.0. Но об этом мы будем как-нибудь отдельно поговорим, я сегодня не буду забегать вперед. И любой партнер компании может стать совладельцем этого банка, уже сейчас приобрести опционы, которые дают акции этого банка, и, соответственно, получать уже пассивный доход, потому что кто-то говорит, я не хочу никого приглашать и так далее. Пожалуйста, будьте инвестором за смешные деньги на этапе входа. Вы входите в очень большой бизнес и можете получать с этого доход. Вот совсем недавно мы заключили контракт с одной из компаний, которая разрабатывает платформу блокчейн 3.0. Опять говорю, не буду забегать вперед и рассказывать, что это такое, но это очень крутая тема, которая позволяет уже сейчас легально использовать криптовалюты.
Вот. Поэтому у нас это в банке будет, и мы будем одними из первых на рынке, кто это делает. А почему мы выбрали именно банк? Потому что динамика этого рынка сейчас стремительно растет. Вот здесь вы видите цифры, прирост очень значительный. И более того, я думаю, что через ближайшие 5-10 лет, как сказал Греф, банков в том виде, в котором они существуют сейчас, не будет вообще. То есть будут только цифровые банки, работающие на другой платформе, в том числе использующие технологии блокчейн. Поэтому мы с вами чуть-чуть уже начинаем жить в этом будущем. Соответственно, следующим шагом мы хотим создать свою платежную систему. Мы хотим создать свой кэшбэк офлайн. То есть не только вот на сегодняшний день вы можете заказывать продукты, товары и услуги через интернет. Соответственно, мы сейчас готовим еще мобильное приложение, которое позволит делать кэшбэк офлайн. Почему именно в таком порядке? Потому что я знаю, сейчас есть компании, которые начали с кэшбэка офлайн. Они подключили там магазины мелкие, да, которые, может быть, совершенно далеко от вашего дома, и от того, что вы подключитесь к этому, толку вам никакого не будет. Идти ходить самому магазины подключать — это трудоемкая история. Мы пошли от другого. Мы дали возможность людям сразу в крупнейших торговых сетях, которые работают, где самые выгодные цены, уже пользоваться товарами и услугами, не надо никого подключать, уже получать свои выгоды. А вот когда понравилось, пожалуйста, можно все остальное запускать. То есть наша задача, как я уже сказал, создать экосистему. И кэшбэк офлайн — это тоже рынок, но он по сравнению с крупными монстрами очень маленький. Там, наверное, возьмем 100 тысяч магазинов маленьких, делают оборот все вместе меньше, чем AliExpress, например, одна компания. Вот, а у нас таких 650. Именно поэтому мы начали с крупных компаний на платформе. Наша цель за 5 лет иметь на платформе порядка 10 миллионов клиентов, чтобы 10 миллионов клиентов пользовались платформой, получали свои выгоды. Вы спросите, в чем выгода компаний, например, компаниям продавать продукты через кэшбэк-платформу? Все очень просто. У любой компании, которая продвигает любые товары и услуги, есть рекламный бюджет. И их основные задачи две, то есть привлечь клиентов и удержать клиентов. Именно на привлечение клиентов тратятся бюджеты рекламные, а потом еще всякие стратегии, как удержать клиентов. И часто рекламные бюджеты просто сливаются впустую. Если, например, еще там 10-20 лет назад, когда экономика была дефицитной, любой товар, который выходит на рынок, имел своего покупателя, то есть спрос, да, превышал, вернее, предложение было меньше, чем спрос. И, соответственно, все, что нужно было сказать, что у нас есть вот это, у нас есть вот это. Ну и, соответственно, люди покупали. Сейчас все поменялось, рынок перенасыщенный, и выпускать какой-то продукт, новый товар или услугу вообще не составляет никакого труда. Конкурировать на уровне товара сейчас практически на рынке бесполезно, потому что технологии до того дошли, что на 3D принтерах печатают все, что угодно. Вот. Сейчас другая проблема. Как привлечь именно к своему товару, именно своего клиента, и как его удержать. И вот реклама, которая раньше работала, там дали объявление в газетах, на телевидении, люди шли, теперь не работает. Люди, во-первых, не смотрят рекламу, а во-вторых, при перенасыщенном рынке это уже не работает. И почему сейчас рекламодатели все отдают бюджеты как раз на кэшбэк-платформе? По одной простой причине, потому что там они платят за реальную покупку, за клиента, который уже пришел. То есть они ни копейки рекламного бюджета не сливают. И таким образом и бюджет сохраняется, и они получают клиентов. И они получают вторую вещь. В чем наша фишка, чем мы отличаемся от всех других кэшбэк-платформ? Ну, первое, это размером кэшбэка. То есть мы даем самый большой кэшбэк, особенно если на голд-статусах смотреть. А во-вторых, самое главное, мы еще и удерживаем клиентов, потому что мы своим партнерам даем возможность зарабатывать до 10 уровней в глубину. А любой клиент у нас может стать партнером. Для этого ему достаточно один раз приобрести франшизу, и об этом мы сейчас с вами поговорим, как это работает. И, как сказал Ротшильд, вы не можете разориться, получая прибыль. Поэтому любой человек у нас, заключив контракт
даже не контракт, а просто зарегистрировавшись на платформе, уже получает прибыль. Ему ничего для этого не нужно. И из семейного бюджета он там порядка $1000 может сохранять каждый год, просто пользуясь теми же самыми товарами и услугами, но через платформу. Вот. У компании очень профессиональная команда сейчас основателей собралась. Филипп Робияр – это человек, которого я знаю более 15 лет. И более того, это человек, который, собственно, благодаря которому я стал долларовым миллионером, благодаря которому заработал свой первый $1 000 000. Все проекты, которые запускали мы с ним вместе, именно эти проекты делали миллионные обороты. И, соответственно, там люди зарабатывали хорошие деньги. И вот он сегодня главный акционер компании. Это человек, который воспитал более сотни долларов миллионеров. Наталья Ярославцева является вице-президент по развитию основателя. Это человек, который бизнесом занимается тоже уже очень-очень много лет. Соответственно, является психологом, коучем, проводила и организовывала различные семинары, обучая людей развивать бизнес. Игорь Яковлев, исполнительный вице-президент, это человек, который как раз создал эту платформу, который отвечает за все техники, технологии, с высочайшим образованием, очень грамотный, очень начитанный, человек, который, ну, человек цифр и бизнеса. Он более 20 лет работал в кэшбэк-сервисах и в различных финансовых институтах. И, соответственно, прекрасно разбирается во всех этих инструментах. И он в том числе будет запускать Digital Bank. Ну и Антон Агафонов. Человек очень известный. И как инфопредприниматель, и как человек, который строил сетевой бизнес. 17 лет. Один, наверное, из первых, кто начал заниматься обучением профессиональным MLM людей, которые занимаются в бизнесе MLM и MLM лидеров. Написал много книг, создал программу «Время MLM», проводит различные форумы, семинары, собирая лучших представителей в этой области. И вот каждый из этих людей уже зарабатывал хорошие деньги. Каждый из этих людей уже состоялся как предприниматель и как успешный бизнесмен. Но именно вместе собравшись, эти люди создали очень хорошую команду и запустили проект, ну, который, вот, по моему мнению, появляется там один раз в 10 лет и дает возможность большому количеству как людей, физлиц, пользоваться товарами и услугами и зарабатывать на этом, так и предпринимателям продвигать свои товары и услуги, убирая всех посредников с рынка. Так вот, теперь давайте поговорим о бизнес-партнерстве. Это было такое большое лирическое вступление, и хотелось бы поговорить о бизнес-партнерстве. Как стать бизнес-партнером и как получать доход со всех покупок всех людей в мире. Вот я тут у нас, как я уже сказал, мы стартовали только в мае, но уже есть партнеры, которые вышли на очень хорошие чеки, вы посмотрите, за очень короткий срок. Кто-то из них является уже профессионалом, кто-то пришел вообще без опыта работы, кто-то занимался инфобизнесом, как Екатерина Терехова. Но что важно, бизнес-партнерство позволяет зарабатывать хорошие чеки. Вот Роман Проценко, например, он пришел вообще без опыта сетевого бизнеса, но за 8 дней заработал более 1400 евро, а на сегодняшний день уже более 10 тысяч евро заработал. Поэтому система позволяет зарабатывать. На чем, спросите вы? Есть три бизнес-пакета, своего рода франшизы на использование платформы. Чем они отличаются? Сейчас мы об этом поговорим и что они дают. То есть первое, они дают возможность не только с лично приглашенных людей зарабатывать деньги, а получать доход с глубины. Ну, простой пример. Я могу уходить и рассказывать людям про платформу. Ну, скольким я расскажу в день? 10, 20, 30. Ну, может быть, если я трудоголик, 50 человек в день расскажу. А можно прийти, например, к владельцу ресторана, сказать, что у тебя есть постоянные клиенты, ну, например, там у ресторана 10 тысяч постоянных клиентов. Подари им, пожалуйста, карточки, которые позволят им, вернее, даже не карточки, а просто подари им возможность зарегистрироваться на кэшбэк-платформе и получать со всех своих покупок доход.
вы спросите, зачем это владельцу ресторана? Да все очень просто. Так он зарабатывает только на ресторане, а так он начнет зарабатывать на всех покупках всех своих клиентов. Ему выгодно, клиентам выгодно. Он говорит, хорошая идея. Начинает давать эту информацию всем своим постоянным клиентам. И вот вы с одного человека получили 10 тысяч клиентов, но это уже вторая линия. И чтобы получать со второй линии и ниже, нужно иметь пакет. И вот пакет, он будет определять, как глубоко вы будете получать доход, со скольких линий. И смотрите, в каждом пакете есть количество gold статусов. В маленьком пакете, допустим, в платинум их 4, в пакете black их 8, в пакете black extra их 18. Что это такое? Это значит, что когда по вашей рекомендации человек не просто зарегистрируется бесплатно, а возьмет себе VIP-карту, Gold клиента, чтобы получать повышенный кэшбэк и иметь возможность зарабатывать на рекомендациях, вот эти 34 евро пойдут не в компанию, а пойдут вам. И, соответственно, подключив, например, на пакете Platinum 4 человек, вы полностью вернете деньги и, по сути дела, ваша франшиза окупилась уже сразу. А дальше все кэшбэки, все покупки дают чистый доход. Соответственно, Platinum пакет стоит 102 евро, пакет Black стоит 204 евро и пакет Black Extra стоит 442 евро. Обратите внимание, последний пункт. Пакеты дают также право стать совладельцем Digital Bank, то есть той платформы, которую мы готовим. И маленький пакет дает до 4 опционов. Каждый опцион – это акция. Соответственно, следующий пакет дает до 8 опционов и пакет Black Extra до 18 опционов. И знаете, какая интересная штука? Опционы уже сейчас каждую неделю растут в цене. Каждую неделю. На сегодняшний день они стоят 39 евро, и уже завтра четверг, они станут стоить 44 евро. А потом следующий четверг уже будет стоить 49, а потом 54. И так каждую неделю на 5 евро поднимаются в цене. И так до того момента, пока либо не будет продано 40 тысяч опционов, либо, так как у нас планы немножко сдвигаются, мы планировали Digital Bank открыть в конце следующего года, скорее всего, будем открывать чуть раньше и будем проводить ICO. Соответственно, в этот момент цены поднимутся на порядок. И люди уже заработают и зарабатывают на опционах хорошие деньги. Но это только доступно для партнеров. Тем, кто VIP клиент с карточкой Gold, возможность покупать пакеты недоступна. Ну, давайте теперь рассмотрим виды дохода. Вы, наверное, уже вам не терпится узнать, на чем и сколько могут зарабатывать партнеры. Итак, первый вид дохода, о нем мы уже говорили, это кэшбэк. Кэшбэк платится со всех покупок, всех людей, которые пошли от вас, лично от вас приглашенных. Приглашенные лично вами люди. Ну, простой пример. Если бы мы с вами открыли в партнерстве ресторан, доходность нашего ресторана зависела бы от одной вещи. Сколько клиентов будет приходить в наш ресторан? Соответственно, чем больше мы привлечем, тем больше будет наша прибыль. Если мы будем клиентов обслуживать хорошо, им будет все нравиться, они будут работать сарафан на радио, будут приглашать других клиентов. Правда, они на этом, как правило, в ресторанах ничего не зарабатывают. В нашей системе эти клиенты, если они в VIP-статусе или стали партнерами, еще и зарабатывают деньги. Поэтому система становится саморазмножающейся. Так вот, со всех клиентов, которые пошли от вас, вы получаете кэшбэк. Вернее, они получают кэшбэк, а вы получаете процент. И вот пакет, он определяет, как глубоко, в глубину вы будете получать кэшбэки. На маленьком пакете это только 2 уровня. На пакете Black это до 5 уровней, на пакете Black Extra до 10 уровней в глубину. Второй вид дохода, это о нем мы тоже уже сегодня с вами говорили. Каждый раз, когда клиент покупает карточку Gold, или каждый раз, когда у вас подключается партнер, у вас списывается один Gold статус с пакета. Количество Gold статусов, вы помните, на каждом пакете разные. И вы получаете, соответственно, сразу 34 евро. Когда все Gold статусы закончатся, вы с каждого пакета будете получать по 17 евро. Тоже неплохой доход.
И вот чуть ниже вы видите, пакет Platinum стоит 102 евро. Со всех Gold статусов вы получите 136 евро. То есть вы не только купите пакет, ну и получите маленькую прибыль. В пакете Black 204 евро стоит, возврат 272 евро. Ну и Black Extra стоит 442, возврат 544 евро. То есть это тоже такая мелочь, но приятная. То есть это, можно сказать, не бизнес еще, а возможность быстро вернуть свои деньги. Дальше, следующий вид дохода, опять же, позволяет быстро вернуть деньги и быстро заработать. Это строй партнерскую сеть. Вот если вы приглашаете партнера, и партнер, так же как и вы, покупает какой-то из пакетов, сразу с этого пакета вы получаете свои комиссионные. И они будут зависеть опять от того, какая у вас карточка, вернее, какой у вас статус, Platinum, Black или Black Extra, и на какой пакет вошел партнер. И вот здесь вы на таблице видите, какой доход вы получаете с каждого человека. Следующий вид дохода, бонус, называется экстра бонус. Это уже за пару человек. Если вот здесь вот за каждый пакет мы получаем денежку, вот здесь за пару. Сформировалось два блэка, вы получили 42,5 евро. Сформировалось два блэка экстра, в каждой команде у вас, вы получили 85 евро. И вот дальше про команды мы заговорили. Следующий вид дохода, самый интересный, который дает самый большой доход в принципе, этот доход называется командный бонус. Почему он называется командный бонус? Потому что у вас здесь есть левая команда и правая команда. Соответственно, идет под каждого человека не больше, чем по два. И вот если, например, в нашем примере вы всех пятерых пригласили, так как после того, как первые два места заняты, нижние будут идти уже в левую или в правую команду. И когда один человек попадает под другого, тот человек, под которого он попал, получает с оборота этого человека тоже доход из его команды. Но зато, когда он начнет своих людей приглашать, эти люди будут попадать под того человека, и тот уже будет с этой командой получать доход. Таким образом, идет командная работа, все люди общие. Если, скажем так, в кэшбэке и в проценте с оборота при кэшбэках мы получаем только со своей команды, там все четко отслеживается, кто кого пригласил, на сколько уровней, то вот в командном бонусе к вам попадают люди, в том числе которых вы не приглашали. И все равно вот вы с этого можете получать доход с проданных лицензий на бизнес, с пакетов. Да? Давайте рассмотрим, как это работает. Тут, кстати, еще пример людей с доходами. Вот, допустим, вы вошли на экстра блэк вход и пригласили двух экстра блэков. Что мы заработали? Все виды дохода, они складываются. То есть мы получили по 34 евро за каждого человека, списались голд статусы. Мы получили по 51 евро за каждый пакет. Мы получили за пару 85 евро. И мы получили с командного оборота 51 евро. Итого 306 евро заработали. То есть еще 2 человека, еще 306 евро. Еще 2 человека, еще 306 евро. И так сколько угодно. Использую все виды дохода. Особенно первые 30 дней здесь важны, потому что они позволяют вам очень хорошо и быстро заработать. Следующий вид дохода, матчинг бонус. Это очень приятный доход. Тут в слайд даже меня вставили. 2000 евро доход. Но это был на прошлой неделе. За прошедшую неделю я еще 1500 заработал. На сегодняшний день у меня доход 3,5 с копейками там тысяч евро. Так вот, матчинг бонус. Что это такое? Это очень интересный доход, который как раз стимулирует на том, чтобы приглашать серьезных предпринимателей и серьезных людей. Потому что с каждого дохода человека, который вот с командой зарабатывает, да, вы получаете с его чека процент. И процент как раз определяется тоже пакетом. Соответственно, до 25% с чеков ваших людей – это очень много. В предыдущем своем бизнесе у меня чеки были до 120 тысяч евро в месяц. Представьте, если бы там
такой бонус платился. Или у меня, допустим, 7 партнеров было в структуре, да, которые вышли на доход в $1 миллион. Вот представьте, с каждого партнера по 25% бы заплатила компания. То есть это еще несколько миллионов долларов я бы заработал дополнительно. Там такого вида дохода не было. Здесь матчинг-бонус есть. И пакет определяет, какой процент вы будете получать и как глубоко. То есть не только с лично приглашенных людей, но и от людей, которые пришли от них. Как видите, в чем выгода приглашения людей? Не только в том, что вы получаете с их покупок доход, но и в том числе с их проданных пакетов, с того, что люди становятся предпринимателями. И, соответственно, это тоже все идет в копилочку, и с их доходов вы тоже получаете хороший процент. Ну и самый, наверное, большой интересный бонус, но это единственный бонус, который платится не всем. Вот, вы видите, кстати, доход Антона, он также в сети, несмотря на то, что он основатель компании. Его основной доход составляет, конечно, оборот сети. Вот вы видите, что он уже заработал более 50 тысяч евро на сегодняшний день. Так вот, самый интересный вид дохода, который не для всех, это квартальный бонус. То есть 2% от всего оборота компании идет в такой пул. И любой человек с определенной квалификацией, это тот, у кого есть уже команда, может получать процент от этого международного оборота компании. По сути дела, выйти на уровень совладельцев компании. То есть, как видите, для всех видов людей, для всех амбиций, здесь есть возможности развернуться и построить себе хороший пассивный доход. В среднем я для себя просчитывал, даже если человек тратит, у него семейный бюджет небольшой, и он тратит там не весь этот семейный бюджет через кэшбэк-платформу, то есть у него будет возвращаться там порядка $1000 в год. И это очень хорошие деньги для многих семей. То есть это деньги, которые они могут потратить на отдых, могут потратить на то, чтобы во что-то инвестировать, или что-то для себя купить, или купить что-то для своего ребенка. Ну а для вас, то есть это каждый месяц минимум по доллару с человека вы получаете. То есть научили человека умному потреблению, чтобы он получал кэшбэки со своих покупок. Чем больше человек получает кэшбэков, тем больше зарабатываете вы. Но даже если по минимуму там, по доллару получать. Вот представьте, в предыдущем бизнесе у меня сеть была 180 тысяч человек в 25 странах. Вот вам $180 тысяч я бы зарабатывал только на том, что люди покупают то, что им надо, а не то, что им навязали. Просто возвращая себе деньги. И подписывать сюда значительно проще. Всего несколько вопросов. Скажи, пожалуйста, ты хотел бы со всех своих покупок получать назад возврат средств? Ну, любой человек, если он нормальный, скажет, ну, неплохо было бы. А хотел бы ты, чтобы твои знакомые возвращали себе также деньги, а ты со всего их оборота и вообще с оборота всех людей получал процент? Конечно, любой скажет да. У меня для тебя хорошая новость. Ты можешь это получать. Ты можешь получать доход со всех интернет-магазинов. Часто встречается еще возражение, которое сразу хочу предупредить. Люди говорят, ну ты знаешь, я ничего не покупаю через интернет. Вот задайте им вопрос, а скажи, пожалуйста, это как-то мешает интернет-магазинам, которые вот вы видели, делать миллионные обороты, что ты не покупаешь? И весь вопрос не в том, если ты предприниматель, покупаешь ты или нет, а вопрос в том, хотел бы ты получать процент с этих магазинов? Если хотел, срочно заключай контракт. Срочно регистрируйся на платформе. Вот о чем идет речь. Сегодня делится большой рынок в триллион долларов товарооборота. Вопрос, какой процент ты хочешь себе от этого взять? Хочешь большой, действуй активно. Хочешь просто экономить чуть-чуть денег, не надо никакое бизнес-партнерство, просто регистрируйся и покупай через платформу, возвращая себе деньги. Вот такие два варианта, которые у вас есть. Как я уже сказал, кэшбэк вам уже доступен. Если вы хотите не просто получать кэшбэк, а еще стать партнером и получать доход со всех покупок всех людей, ну тогда вот сейчас я на экран выведу карточки.
Выберите пакет, с которым вам наиболее комфортно стартовать, и начинайте действовать. Еще, кстати, чем отличается бизнес-партнер от VIP-клиента с карточкой Gold? Вот в бинарную систему, да, клиенты не встают. Туда попадают только бизнес-партнеры. Вот это еще такое коренное отличие. Поэтому выбирайте пакет, столбите себе место и начинайте зарабатывать. Еще часто задают вопрос, сразу его предупреждаю, есть ли возможность перейти с одного статуса на другой. Да, такая возможность тоже есть. Вы просто потом, когда захотите перейти с одного статуса на другой, покупаете новый пакет и переходите на другой статус. Вот, собственно, и все, о чем хотелось сегодня вам рассказать. Еще раз вас поздравляю с тем, что вы стали партнером. И хочу еще одну очень важную вещь сказать. Как только вы оформляете, приобретаете партнерский пакет, вы получаете еще доступ к системе обучения. Потому что в голове наверняка у вас есть вопрос, ну хорошо, вот сейчас зарегистрируюсь, что дальше делать? Кому бежать, что делать, как делать? Вот не надо никуда бежать, вы подключаетесь к системе обучения, где вас берут за ручку и А, Б, С говорят, что делать и как делать. Как работать вживую с людьми, как сделать так, чтобы бизнес развивался через интернет, и вообще как сделать так, чтобы не вы бегали за людьми, а они за вами. Вот. У меня на сегодняшний день порядка там, 30-40 заявок каждый день поступает через интернет. У нас сейчас к бизнесу подключились очень серьезные инфопредприниматели, которые раньше зарабатывали на том, что обучали людей бизнесу в интернете. Сейчас они все свои знания отдают партнерам абсолютно бесплатно. Раньше они там по 1 000 000 рублей в месяц и больше зарабатывали на том, что обучали. А сейчас вот эти знания вы можете получить, просто став партнером компании. Вот, поэтому не упускайте эту возможность, не теряйте этот шанс. Вот как я говорю часто людям, вцепитесь в него зубами и используйте это на благо себя и своей семьи. Спасибо вам за то, что сегодня были с нами. С вами был Савич Сергей и желаю вам успехов в бизнесе и процветания.